В городе гиганты Африки. Огромный носорог, белые львы и тигр с острова Суматра впервые выйдут на арену цирка, что в Парке Победы. Уже совсем скоро любой челнинец сможет окунуться в атмосферу настоящих африканских джунглей или других экзотических уголков планеты. Чем будет удивлять зрителя прибывшая труппа московского цирка, узнала наша съемочная группа, которая сегодня побывала на репетиции. Это последний генеральный прогон перед премьерой. Артисты уверяют, они привезли в наш город уникальную двухчасовую программу. Здесь будет на что посмотреть. Экзотические хищники исполняют оригинальные номера, как групповые, так и сольные. И не каждый день на арене увидишь танцующего африканского носорога. Весит Бонни, а именно так зовут артиста, ни много ни мало 3 тонны. Год вот мы репетировали постепенно разные трюки. Каждый раз мы добавляем что-то новое. Вот сейчас он крутит вальсы на манеже. Очень много у него общения с другими животными. У него есть подружка, собака-белка. Слаженные действия белки и Бонни всегда веселят публику и вызывают восторг у маленьких зрителей. Ведь партнеры хорошо понимают друг друга и выступают практически без подсказки дрессировщика. Не менее забавно выглядит еще один участник этого номера. Отважная обезьянка Чита. Чита, стой там! К слову, в России лишь 2 цирковые труппы выступают с дрессированным носорогом. Но удивить челнинцев смогут и другие номера. Например, в них участвуют белые львы Том и Джерри, а также тигры редких пород. Как отметил дрессировщик, каждый из них имеет свой характер, но в команде работают четко. Посмотреть в соединенных, в одном аттракционе животных противоположных, то есть их не соединяют никогда, это будет очень интересно. Яркие трюки, современная работа. Я думаю, зрители останутся довольны. Это настоящий театр зверей, но кроме животных, зрителей своим выступлением порадуют и артисты московского цирка. Также будет веселый клоун, вот, акробаты, эквилибристы, вот, на першах, на пьедестале. Программа будет очень интересная, приходите, будет весело. Премьера завтра в 18:30, но желающие уже сегодня могут заглянуть в кассы, они работают. Гастроли гигантов Африки продлятся в нашем городе до 13 июля. Валерий Заседов, Ильнар Мустафин, РЕН-ТВ, Набережные Челны.